Начинаем трансляцию со стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная и захватывающая. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Начинаем трансляцию со стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная и захватывающая. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Начинаем трансляцию со стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная и захватывающая. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать... Начинаем трансляцию со стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная и захватывающая. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Сезона 2015-16 на Вилла Парк не играли команды английской премьер-лиги, но с вылетом Астон Вилла в 2016 году посещаемость стадиона вовсе не упала. Зато она заметно снизилась в последний сезон в английской премьер-лиге. Тогда трибуны Виллы Парк заметно пустовали. Но с возобновлением игры уже в чемпионшипе ситуация исправилась. И надо сказать, в лучшую сторону. И наш матч начинается. Лоджия. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Конор Хурихейн. Мяч отобран. Можно забивать.